Ну что ж, дорогие друзья, пора нам сегодня заканчивать уже. Я сейчас выбрал вот, вот. Здесь, там не обязательно потом нужно сделать. Так, Ctrl-B, растягиваем, вот так. Дальше говорим Shift-D, P, Selection. Вот, выделяем. И Е. Так. Вот. Е. Вот таким образом мы его выделим. И скажем, что это у нас ребро, за которое будет цепляться все, да? Так, хорошо. Сейчас мы тогда сделаем следующее. Объект set origin. Курсор. И перебросим это. Mirror. Так, но сначала надо посмотреть. Тут какие-то 90 градусов, но вот и ничего не надо. И говорим, что mirror. Все. У нас получилось два ребра. То, что нам и нужно. Теперь необходимо сделать следующее. Так, давайте выберем три. Допустим, это будет вот это ребро. Сюда мы его поставим. Вот это ребро сюда. Давайте. Нет. Мы сделаем так сейчас. Вот. Вот это ребро выберем. Вот это вот. Потом. А его ли надо выбрать? Может, вот это, вот это. И вот это, да, так равномернее будет. Тоже, скажем, Ctrl-B. Ну и немножко побольше сделаем. Для чего? Для того, чтобы более плавное было у нас. Если мы теперь вот возьмем вот это вот. Вот это. И вот это. Начнем это сужать. S. Вот так, да? Okay. Можно еще немножко S. Так. И теперь вот эти можно взять. Тоже S. Тоже немножечко так вот. Раз. Назад. Чуть-чуть им надо. S. Так, ну тогда
переборщили на этом. Еще раз Ctrl-V. Вот так сделаем. Здесь S. Ну, дальше вот опять вот эти две. Нет, не так. Это теперь отказывается это делать. С. Так, поглубже, да. Теперь здесь. И вот здесь. Мы не то здесь сделали, да? Ну а теперь что нам нужно будет? Нам нужно будет сгладить это все. Объект. Смус. Вот видите, я это хотел, чтобы она как бы так это похоже было на шар сдавленный. Вот это я и хотел. Так, ну-ка назад. Если попробовать сейчас subdivision сделать, так это откуда оно взялось, вот это вот. Преподносит мне подарки. Вот видите, вот этот вот. Это странно. Не должно быть. А оно есть. Придется воспользоваться опять G, вернее B, выделить все. Тут вывернутые эти, нормально вывернутые. Так.
Нормально. Тоже неверно. Еще раз. Дедмод. Alt-M. Теперь она вся вывернута. В ту ли сторону вопрос? Так она и продолжает это делать. Зараза какая. Вот этот. Вот что ей надо. Вот этот и вот этот. Ну, давайте удалим. И по новой сделаем. И вот этот удалим. На всякий случай. Дальше для профилактики Б. Так вот, М дистанция это 0,1 или 0,3 сделаем. Посмотрим, что получилось. Но она убрала все эти ребра. Ноль, три, вот так оставим. И сейчас посмотрим объект. Что здесь такое? Объясните мне. Понять не могу. Вот это вот. Что это? Вот это вот. Откуда оно взялось? Это странно. Я убрал это сейчас. Ой, сложно иногда бывает. Вот. Тут, кстати, тоже какие-то как бы дополнительные есть. Ого, сказал Алекс. Теперь ладно, еще раз попробуем. Теперь, слава богу, нету. Так, давай сделаем так, отлично. И теперь вот. Все хорошо. Можем сказать смус. Вот так. Здесь тоже смус. Но 30% не более. Вот так. Ну и в этих тоже. Мы сейчас так же поступим. Пойдем. Сюда, скажем, subdivision, по 2,
здесь вижу тоже два. Здесь, скажем, смус. И здесь, скажем, смус. Так, что у нас со временем? 15 минут. Так, я вот смотрю, что в принципе можно это еще увеличить чуть-чуть. Так, чтобы подъемная сила казалась правильной. Может, чуть выше? А тут вылезло что-то. Почему-то. А! Что-то вылезло. Почему-то, да, потому что. Куда она делась? Вот это надо было вместе с этой. Все это делать. Поднимать там. Сделаем. С утра я как-то не собран немножко. Контроллерчиков не видим здесь. Так вот. Ну а теперь выделим все. Я не все выделил, просто начал подымать тут. Увеличивать S. Ага. Еще не выделил вот это. S. Вот теперь. S. Иди назад. Смотрим сбоку. Да, теперь нормально. Главное, чтобы он не взял на себя слишком много. Вот так и ставим. Ну, теперь нужны тут кольца, за которые это все будет держаться. И блоки такие. Вот, секундочку. А почему он так не делает? Идет объект мод. Он должен сказать, что объект разделение. Мы в прошлый раз с вами делали, да? Parent. Нет, это не parent. Кажется, где-то здесь было в объекте. Нет. Что-то я подзабыл, где мы это делили. Сейчас, секунду, найду. Надо было просто зайти в Edit Mode, выделить это все, нажать P, сказать by lose the part. Все. Теперь они у нас разделились. И мы можем уже ими управлять. То есть
Давайте мы подвинем их туда, куда нужно. Так, этот по центру двинем. G по Y, куда? Вот сюда. Этот вот с этим немножко двинем. Хотя пускай она здесь будет. Чуть-чуть только. G по Y, вот так. И теперь Shift D тоже вот так. Угу. Но. Давайте мы их разверем. R, Z на 180. Ну да, конечно. Объект Set Origin Geometry. R, Z на 180. И опустим вниз. Вот так. То есть три зацепки, но проблема в том, что оно не там стоит же. Сюда я надо. И немножко поднять. Ну, надеюсь, теперь она правильно стоит. Да, все она правильно стоит. Ну и все, ребят, теперь нам нужно будет сделать специальное крепление вот здесь, здесь и здесь. И от них протянуть веревки. И все. Окей, договорились.